Поехали к следующему боссу Ферроциус. А чё, Феробир, короче. Короче, медведя пойдем бить. Медведя, получим маскировку медведя и эти самые, как их. Ковер медвежий, короче. Весь свой дом застелю ковром медвежьим. Будет круто. После каких оценочных суждений? Ты о чем вообще? Кто-то понапридумывал. Короче, так, сам себе придумал, сам обиделся, сам, короче, это. Все сам, блин. У-у-у, паранойя. Так, куда меня посылает? Вот сюда, что ли? Ай, зачем я это нажимаю? Так, я все-таки, наверное, топоры возьму. Они, во-первых, посильнее. И копье это прикольно. Так, ну-ка сядь. Сядь. Ой-ой-ой будет. Так, Мишку теперь искать 3 часа и 30 лет. Вот ты, Алекс, конечно, это. Ты особо не зазнавайся, а то вот это вот, типа, да я вообще... О, это зимняя локация, нифига себе. Да я, типа, там весь себя спортивный, здоровый образ жизни. Не надо. Чтобы не накаркать от греха подальше. Никогда не надо так говорить. Что я весь из себя здоровый, офигенный, и вообще, короче, половой гигант там. А то, знаешь, в один прекрасный момент это все может быть пропасть. Я еще правильно бегу? Да, ты как всегда либо не так понял, либо не говорила, либо... Ну, опять же, если я что-то говорила, значит, заслуженно. Ну, типа, ты сам себя так проявляешь. Я же про других так не говорю, правильно? Потому что они, соответственно, себя ведут по-другому. Я когда-нибудь говорила про Костю что-нибудь плохое? Нет, никогда. Почему? Потому что она нормально себя ведет. Ну, типа, не бесит меня, не... Ладно, короче, проехали. Не в смысле... Ёперный. Не в смысле бесит, а в смысле это... Постоянные подколки, постоянные какие-то... Вау, 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 вау. Я вообще не сюда пришла, да, по ходу дела? На, выпустите меня отсюда! Ха-ха, класс! Выпустите, идите нафиг! Ну, Костя, да, Костя даже не против, если пропадет, да? Ну, тут у каждого свои предпочтения, как бы, и приоритеты. Пирская отрыжка, отрадно приветствую всех вас, кровососы. Привет, Уте, от. Добро пожаловать. Да-да-да. Так, ну да, меня же не за что похвалить. Я же бесполезное существо, конечно, естественно. Естественно, меня не за что хвалить. Сиськи не показываю, другие части тела тоже. В играх полная лошара, там. Ну, конечно, естественно. Вообще сижу тут, зря штаны просиживаю просто. Окей, окей. Это твое мнение, как говорится. Бог с тобой. Мне на мнение там какое-то там чье-то абсолютно. Абсолютно фиолетово. Так, я здесь спрыгну. Я не пойму, куда меня везет, но куда-то ведет. Охота, да, на Потапыча, но пока я не пойму. Я так понимаю, он в зимней локации. Текай обратно? Да, не, зачем? Я так понимаю, я не туда иду, да? Судя по всему, мне куда-то, наверное, куда? Сюда? Короче, вот туда показывает. Значит,
А, вот сюда, наверное, да? Точно, я не туда пошла. Ну ладно, сейчас вернемся еще. Если сможем, конечно. Да я поняла, что не здесь я немножко не туда пошла. Ну тут как бы с первого раза тоже не поймешь, чего и куда. Судя по всему, где-то на востоке. А, да, он дает облик мишки и этот, как его, ковер меховой. Медвежий ковер. Я чисто из-за ковра. Облик мишки это тоже прикольно, конечно. Ну а как еще, блин, ну Алис, а как мне еще интерпретировать твои вот эти все высказывания? Ну серьезно, я не знаю, что тебе надо. Ну вот что тебе не хватает? В играх нубяра и лошара, ну извини, таких нубяр и лошар, имеющих по 10 лямов подписчиков, знаешь, на Ютубе. То есть тут дело не в том, как ты играешь, во что ты играешь, умеешь ли ты играть. Если ты интересно подаешь свой игровой процесс, то абсолютно насрать на самом деле, как ты играешь. Серьезно. Бывает, тут вот я смотрела, например, тот же Elden Ring, да? А, чувак с таким приятным басом, короче. Летсплей записывает, да, вот, играет прям четко, все правильно, практически не умирает, но что-то так скучно смотреть его на самом деле, прям на скукотень, а вот, а взять того же Куплинова, да, вот вроде, ну, блин, ну, серьезно, иногда тупит так, что просто охота прям, я не знаю. Но интересно иногда смотреть его, серьезно. Не знаю почему. Интересно подает игровой процесс. Дело даже не в матах там, дело не в матах. Можно даже материться, но это будет интересно. Дело не в этом. Короче, я из-за этих философских всяких разговоров, походу... А, во, нашла. Я тоже не хочу регенить ХП с ним быстрее можно. Регенить ХП с ним быстрее можно. Но грубо на игра все заново пришло. А, тебя же все заново, точно. В деревнях ворота ломать сможешь. Так и я сейчас. Я и сейчас могу взрывчатку эту использовать. Взрывчатка мне уже доступна. Блин, с мишкой будет жестко. Ай. Воу, 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 ты что делаешь? Нифига себе. Неприятный чувачок. Ай, ай. Да подожди ты, Михаил Потапыч, ё-моё. Дай ударить-то хоть разок тебе, имей совесть, а. Что делаешь, пёс? А-а-а, ещё и камнями кидается. Не, ну я так не играю. Ай-яй-яй-яй. Короче, первая попытка будет... что это он какой-то жесткий. Он 36 уровня, он не дает даже ударить себя, это чисто как-то издалека его бить, что ли. Блин. Да, боссы пошли, конечно, сложные. Чисто себя с такой экипировкой против Потапочки. Ну да, я уже поняла. Ну а у меня другой экипировки пока нету. Где я вам другую найду? Так, он где? Вот здесь, да, был? Отсюда пойдем. Не, я убью его, попробую во всяком случае. А, хватило купленного духовой инструмент. Идиот, когда он Дарта Вейдера увидел. Дарта Вейдера. Ну да, ну, то есть иногда у него, конечно, фантазия бурная. Но вот из-за этого порой сердишь и ржешь просто. Ну, настроение поднимается, серьезно. Вот такие вот, даже несмотря на то, что он там играет не как профессионал, не там порой тупит и все такое, но как бы дело не в этом же, правильно? Не зря же на него 13 лямов подписано. Вот, поэтому как бы это такое. Поэтому я не знаю, Алекс, а что тогда я делаю не так, я не знаю.
Надо сесть с тобой за стол переговоров, и ты мне расскажешь, что я делаю не так. Может быть, я научусь, и тогда стану популярной. Ты уж подскажи мне. Направь на путь истины. Ну или хотя бы просто выскажи свое мнение, что я делаю не так. Надо же знать, что делаешь не так, чтобы исправляться, там делать свой контент лучше. Все такое прочее. Характер-то я свой уже вряд ли исправлю. Я такая, какая есть. Я слишком стара для того, чтобы исправлять характер. А вот в плане игр там, ну, в плане подачи там или еще чего-то, можно попробовать. Но опять же, я предпочитаю быть такой, какая я есть. Не люблю я строить из себя кого-то другого, блин, зачем? Я какая вот в жизни, блин, как говорится. Что думаю, то и говорю. Такая же и здесь. А, вот я почему-то так и чуял, но я его убила на 42-м или то запарился. На 42-м. Ну а где? Мне надо шмотки, получается, новые. А где я новые шмотки-то возьму? Это мне надо что, изучать новые... Эти, как их? Новые рецепты там на шмот. Или как вот ты говоришь, нужно вот это все синее получить, да? Перчатки и поножи. А как их получить, я без понятия. Вот. Мишку можно, но потом оставить. Я такой, ну, что его загасило с улучшенным железным оружием. А, так тут же не по порядку. Тьфу ты, господи, точно. Здесь же не по порядку. Тут же боссов можно бить, типа, без разницы. Как? Я же так и делала раньше. Кого встречала, того и била. Тьфу ты, блин. Да, потому что жестковат он, конечно. Шмот лучше бы железный с ним. Это все-таки Мишка. Мишка это мощь. У самого четвертый десяток. Да, тут у многих. Ну, не у многих, конечно, но это... Четвертый десяток, да. У Кости, не знаю, четвертый десяток еще. А, нет, по-моему, моложе. В любом случае, тут как бы в основном взрослые люди сидят у меня на стриме. Те, кто постоянно. Поэтому ничего в этом такого нет. Какой истерики? Так ты такие советы даешь, блин, конечно, будет истерика. Надо же еще уметь правильно советы давать, блин. А ты начинаешь там язвить, прикалываться и все такое прочее. Блин, вот это бы мне надо, но я сгорю, да? Тогда сейчас пойдем на кого? На следующего босса. Может, на железного сразу пойти? Чё мозг парить себе? Пойти сразу на железного, да и все. 30 лет уже дерьмо раскидываю. Ну вот. Ну, 30 плюс. Ну, я поняла, что не 40 плюс, а 30 плюс. Мне тоже как бы 30 плюс. Как там, после 30 женщина говорит, что ей 30 с хвостиком. Ну а насколько большой этот хвостик, это уже не важно. Главное, в душе 15 и все. Ну, блин, Алекс, вот кто бы говорил, а ты-то уже, наверное, песок раскидываешь, если говорить про возраст. Хотя, опять же, я говорю, это все фигня, если в душе 15. Так. Давайте посмотрим, кто там следующий. Что он даст? Стол для изучений какой-то новый даст. Николаус The Fallen. Или лучше сразу вот этого убить. Железного. Получить железные слитки, там железное оружие, все железное. Но все равно нужно же железо искать, правильно? Это мы найдем, не беда. И все как бы. 37 уровень, ну, попробуем. Так, куда меня посылают? Отсюда. Днем бегать, конечно, такое себе, ночью поделаешь. Песок не получится, я столько не протяну. Ну, Кость, ты себя недооцениваешь. Ну, зачем так? Жизнь и так коротка, зачем ее еще укорачивать? Ну, серьезно. Некроклаус. А, это некромант, что ли? Блин, это серьезно.
Раз некромант, значит где-то где могилы, да? Ну для продвижения, так вот видишь, мне нужно трон строить, получается. А я не могу из-за того, что это. Мне железо недоступно, но это железо еще найти надо, я его еще не находила. Ну это, наверное, в каких-нибудь шахтах надо будет искать. Это уже в следующий раз. Так, куда меня посылают? Я так полагаю, наверх, да? Или куда? Похоже. Так, наконец-то вышла луна. Давай, куда ты меня посылаешь? Опять на запад, что ли? Ну, это опять на запад, судя по всему. Но не сюда же. Здесь я вроде бывала уже. Хотя прям вот упор. А, здесь надо взрывать, да, будет ворота. Вот опять возвращаться придется. Ой, толпа. Толпа, толпень. Блин. Ну да, здесь, походу, надо ворота взрывать. Тут ты, ёшки-матрёшки, вот захочешь, называется. О, а чё так больно? Чё ж так больно-то? Отстань. А-а-а, сейчас горит, чертова мать. Ни за что, ни про что, называется. Ладно, ладно. Тогда я сейчас, наверное, в замке возрожусь. И это... Как раз гляну, что для взрывчатки надо. Там сера, по-моему, нужна. Ману не надо, ману не кидаем. Это Алекс, а мы... А, блин, я опять сегодня ракету забыла запустить. Ёж-моё ж. Ну вот как так? Ракету забыла запустить. Ну теперь уже запускать поздно, я уже буду заканчивать. Ну ладно, до следующего понедельника, думаю, как раз это задание поставлю. Блин, ну почему я про нее забываю все время? Это задание ставлю, надо сразу же и ракету кидать, блин. Ну, еще пока не надо мне ману. Спасибо, конечно. Бесит закрепленный в приказном тоне. Ну, я же добавила всем спасибки. В смысле в приказном тоне? Вот тут вот, вот ты во всем видишь какие-то эти... Какие-то... Ай, короче. Алекс, Алекс. Так, для взрывчатки... Подожди, взрывчатка. Это же на алхимическом столе. 8 серы, 8 досок и точильный камень. Так, ну это не проблема. Вот прям не любит он, когда ему приказывают, понимаешь ли. Я вообще не приказываю, я просто говорю, что ману не надо кидать. Так, это точильный камень. Почему-то только ты видишь здесь приказной тон. Никто не видит, один ты видишь. Что-то у тебя, короче, реально паранойя. Человек видит везде приказной тон, значит он раб похлеще Скайуокера. Ой, зря ты это сказал. Алекс у нас, он это... Он обидчивый, короче. Не терпит, когда ему перечут, короче говоря. Я вот ему перечу, и, соответственно, в немилости я у него.
А попасть ему в милость, это знаешь, я не знаю. Это надо год над этим работать, наверное. Чтобы он снизошел и сказал, прощаю там. Что-нибудь типа того. Умоляет тебя не кидать... А, умоляет не кидать ману. Алекс, я тебя умоляю, пожалуйста. Родненький, ну не надо. Я ж даже на колени встану, если надо. Вот тут примерно так с Алексом надо и общаться. Тогда еще может быть. Лет через 5 ты будешь у него в милости, а иначе никак. Насмотрелся, походу, 50 оттенков серого, и все. Теперь вот господином себя чувствует. Ой, не могу. Ржака. Так, мне же одной взрывчатки хватит, я надеюсь. Потому что серы у меня больше нету. Надеюсь, что хватит. А как ее применять? Типа возле стены применить просто, да? Так, ладно. Сам высокомерен. Да все мы такие, если ну, в определенных ситуациях. То есть, как... Но я не высокомерна абсолютно. Я простая, как 3 рубля, не знаю. Наверное, это меня и... это. Наверное, это меня и губит. Что я простая, как 3 рубля. Нельзя быть простой, как 3 рубля. Надо быть простой, как 4 рубля. А, все рыжая, тут ни при чем. А, рыжая. Рыжая бесстыжая. Ну, все понятно с вами. Устроили там плетки и тому подобное. У тебя, наверное, даже в твоем доме есть специальная комната, как у того чувака из фильма, да? Как-то игровая комната. Кто-то, я смотрю, ты в игры перестал играть. У тебя теперь другие игры. Ну да, в принципе, что, после 40, как бы хочется какого-то. Экшена, да? Не знаю, может, у меня тоже такое после 40 наступит. Я захочу экшена. Как там у женщин это называется неприличным таким словосочетанием. Я не буду произносить слух. Но первое слово бешенство, а второе не буду говорить. Вот. Может быть, кто знает, кто знает. Ну, пока что нет. Пока что мы это, простые, как 3 рубля, короче. Так, чё я? Взрывчатку взяла? Взрывчатку взяла. Поехали. Ой, чё я делаю? Подожди. Волк, превращусь. У меня был такой экшен, не понравился. Ну, Костя тоже традиционный, судя по всему. А, играетесь по всему дому? Ну, понятно, понятно. Короче, понятно, у Алекса этот, как его? Этот самый. Ладно, не буду говорить. Ну, короче, он же в том возрасте, когда обыденность надоедает и хочется чего-то такого, этакого. Ну, как говорится, молодость, она же короткая. Быстро проходит. Ну, мужчин-то, блин, мужчин в этом плане проще. У вас как-то это... Это у женщин молодость быстро проходит. А у вас-то вам можно и до 80, в принципе, чё бы нет. В этом плане. Вообще мужикам везет по жизни, блин. Рожать не надо. Наслаждайся и все. Кайфуй, как говорится, по жизни. А все остальное достается женщинам. Почему такая несправедливость, а? Вот как Алекс придет, на меня философия сразу налетает. Блин, короче, надо быстро этого босса убить и заканчивать, а то онлайн упал, а это нехорошо. Так, ну что, поехали. What
отвар колдовства. Блин, не забывать про эти отвары, у меня же они... Где? Что за отвар колдовства? Отвар, который увеличивает вашу магическую силу. Магическую силу? Кстати, а куда все мои эти подевались? У меня же было там на восстановление здоровья. Куда оно делось? Так, и что, просто нажимаю, применяю, типа, и оно взрывается? А-а-а, так. Вон оно как работает. Разместить структуру. Разместила, дальше что? Поджечь? Или что надо делать? Ее, наверное, поджечь надо, да, или что? А, все. Однако, оригинально. Так, вот мазь от паразитов, она восстанавливает здоровье, насколько я помню. Ай, толпа налетела, ёшки-матрёшки. Да нет, отстань, не против. Блин, почему она... Она отпрыгивает... назад отпрыгивает зачем? О, 27%. Надо выпить. Боксик остается в семье. Ну а что поделаешь? Как говорится, я никому не запрещаю делать задания. Но никто из... из чужих не хочет оставаться на, больше, чем на 5 секунд на моем стриме, соответственно. Соответственно. Боксеры, они вот чисто зашли, быстро выполнили и ушли. Даже на 10 минут. Я заметил, даже если ставлю задержку 10 минут при подписке. Я сейчас просто убрала. И никто, мало кто на эти 10 минут остается даже. Ну, тупо фармят боксы, все. Даже я так не делаю. Мне например. Блин. Мне, например, удобно. Поставил на час там. И занимайся своими делами, играйся там, еще что-то. Блин, ну конечно, днем драться я не буду. Не буду ни в коем случае. Так, мне вообще не сюда, если что, да? Я так понимаю, или что? Сюда. Так больно. Ай, больно, 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 больно. Отстаньте, уйдите противник. Ай, как эти взрывальщики меня бесят. Ай, сейчас горю, чёрт понимает. Я пошла. Да? Всё, трындец. О, господи, убейся уже в стену, а. Уф. Так, а мне вообще походу не сюда. Надо похилиться. Ну что случилось? Чего ты там? Так, а мне не сюда, судя по всему. Мне куда-то наверх показывают. А куда наверх? А, господи, мелкое все, короче, походу это. Вообще это видео получится какое-то не такое. Думала босса здесь убить, но судя по всему не дадут. Так, сейчас, секунду.
Я в курсе, что без звука я отключила, потому что тут ноют, поэтому я отключаюсь. До конца стрима без звука буду. Я не спрашиваю, Алекс, я констатирую факт. Ёшки-матрёшки. Я вот начинаю говорить, она начинает ныть. Сейчас этого босса убиваю, короче, и все заканчиваю. Заранее всем спасибо, всем пока, но это заранее.
Challenge. Show me your metal thing. Rise to the challenge. Show me what you've got. Show me what you've got! A rousing battle! Another notch on my belt has arrived! A rousing battle! С этим боссом, судя по всему. Без хилок будет достаточно сложно. Еще и этот сломался. Ну, офигенно. Еще и броня сломалась. Короче, все не к черту. Бежать в замок, делать хилки и идти тогда на босса. Но иначе как? Иначе никак. Броню еще чинить. Да уж. Господи, что за толпы народа здесь ходят? Это трындец какой-то. Надо в крысу, наверное, превращаться в таком случае. И все. Посмотрим, что нужно для хилок. Но опять же, в бою я могу. Так, ладно, сначала что для починки надо. Кожа, медный слиток, рубанить.
Как-то все печально. Вот мелкая мозг вынесет и замолчит. И все. Так, кожа мелится так. Почему она ломается тогда, когда, блин, меня убивает? Посмотрим, что для хилок надо. Ну, жесткий, конечно, босс. Жесткий. Так, мне можно, в принципе, сделать... Ну, мазь от паразитов. Так, это сопротивление к чесноку. Вот, отвар берсерка увеличит силу. И все. Вот эти два надо понаделать. Крыса, волокно расти. Блин, ну с крысой тоже. Ну крысу вроде можно производить. Если я не ошибаюсь. У меня три крысы есть. Крыса. Волокно расти. Так, ну растения есть и кости. Кости. Блин. И трава. Это для хилки получается. Он тоже еще успею ее применить, называется. Так. Это для хилки. И для усиления, чтобы бить посильнее, берсерка тоже сделать. Так, значит. Раз, два. На все, как говорится. И что дальше? Отвар берсерка, нужно адский кларион, рыбья кость и фляга с водой. Ну, это у меня тоже есть. Тысяча 200 секунд это сколько? Много. Так, фляга с водой. Рыбья кость. Рыбья кость, адский кварион и рыбья кость. А чё, у меня только одна рыбья кость, серьезно? Хреново, сейчас еще рыбу придется ловить. Ха! Классно. Вот те здрасте, то она не нужна была, а теперь нужна. Ну на один хватит. А ну на один, в принципе, хватит. Но только на один. Да мне вроде больше и не надо. Желательно несколько, конечно. Так, это забираем. Отвар. Что бы сделать, чтобы на всякий случай побольше? Надо рыбу половить, получается. Ладно, это я все, наверное, буду делать за кадром. Ну, блин, это получается запись, это видео получится такое. Попытка убить босса, но неудачная. Неудачная попытка. Ладно, хрен с ней.